Ситуация с лесными пожарами в Иркутской области наконец стабилизировалась. Сейчас в регионе действует лишь один очаг в Ольхонском районе, и возгорание уже локализовано. Площадь, охваченная огнем, составляет около 200 гектаров. Специалисты сейчас работают не только на этом пожаре. Продолжается патрулирование других территорий. В лесах около 500 человек и 80 единиц техники. Но в связи с нормализацией ситуации группировка сил уменьшена. В то же время в Иркутске объявлен набор волонтеров для посадки деревьев в Ольхонском районе. Выезд состоится, скорее всего, в октябре. Записаться и узнать подробности можно по телефону, который вы сейчас видите на экране. Приглашаются все желающие старше 18 лет.